Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте, в эфире Минское городское управление МЧС. У микрофона Анастасия Гарба. Почти 2500 выездов на пожары и загорания совершили с начала года столичные спасатели. На пожарах за это время погибли 18 человек, 73 из которых 9 детей были спасены. Минск чрезвычайный. Далее о наиболее резонансных происшествиях минувшей недели. Она в столице омрачилась чередой дорожно-транспортных происшествий. Минск чрезвычайный. В выходные на улице Орловской «Пежо» влетел в фонарь. Водитель оказался зажат в салоне. Из покореженного авто его с помощью специнструмента доставали спасатели. После мужчину увезли на скорой. Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло в начале недели на проспекте Независимости. Прибывшим на место спасателям пришлось буквально вырезать водителя Форд из покореженного авто. Впрочем, спасти его не удалось. Из-за полученных травм мужчина скончался на месте. А вот его пассажира после деблокировками с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Минск чрезвычайный. На минувшей неделе трагедией чуть было не закончилось еще одно чрезвычайное происшествие в столице. 9 человек были эвакуированы из дома на улице Текоцкого. Хозяин квартиры решил проверить, как работает походная плитка. Он подключил к ней газовый баллон и обнаружил утечку газа. После чего мужчина пытался зажать редуктор инструментом, из-за чего и произошла вспышка. Он вынес горящий баллон в тамбур и сообщил о возгорании соседям. Вместе они покинули квартиры, после чего огонь перебрался из тамбура в коридоры двух квартир. Справиться с пожаром удалось лишь оперативно прибывшим спасателям. Сам же виновник происшествия получил ожоги и был доставлен в больницу. Чтобы не допустить подобных происшествий, соблюдайте правила пожарной безопасности. Не рискуйте собой и своим имуществом. О происшествиях сегодня все. Слушайте нас в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.